Разминочка. Мне главное коленочки потереть. Ну вот тут еще можно. И пошел. Ну и сели, да? Мне хочется рассказать вам о вещих снах. Будем так говорить. Вот, что такое вещий сон? Вещий сон — это то событие, которое вас ждет в будущем. Как правило, оно, знаете, в сонном видении так дается удивительно, что трудно разобраться. И только после того, как вот этот сон исполнится, вы начинаете понимать, почему вам было показано то или иное. Иногда эти вещи, сны, не обязательно показываются вам, а показываются вашим близким, которые потом его вам передадут. И вот самый свежий сон, который очень интересен и поучителен. Моей дочке приснилось следующее. Значит, мы с ней и с нашей мамой, и женой идем, значит, где-то там по Ростову. Потом я говорю, что ой, что-то тут меня вроде как живот схватил. И побежал за угол, сел, а мы идем по улице, за угол сел. И она говорит, мы заходим за этот за угол, смотрим, а ты сидишь, отвернулся, ну, лицом куда-то к стенке, а задницей к людям, голая задница, и сидишь, значит, оправляешься. Вот, к чему бы это? Вот, я, значит, посмотрел сон, ну, в целом ерундовский. Ну, вот, как только она мне рассказала, допустим, сегодня днем этот сон, буквально часа через три звонок с этого, с Москвы, меня приглашают, значит, на кастинг, там такая интересная передача. Вот, что вы там будете там путешествовать, вот, еще вам денег там заплатим. Ну, я поехал, вот как раз я вам там рассказывал, мне сама поездка как-то тяжело отдалась, и тут еще у меня своих дел куча. Я, значит, решил отказаться. Мне позвонили, что кастинг, все прошел нормально, вас хотят видеть и так далее. Я говорю, извините, мне очень тяжело, я не хочу. Вот. И посмотрев, значит, значение сонника, ну, вид голой задницы, это, так сказать, ну, к таким вещам нехорошим. Не сказал, что какой-то там позор надо, будет, или там потеря денег. Ну, просто вот какая-то вот нехорошая такая вещь. Что-то суетное. Ну, ладно, вот этот сон, значит, я запомнил. Дочка рассказала. Дальше развивается событие следующим образом. Я собираюсь поехать в одно святое место. Готовлю документы, мне надо там виза. Вот, подал, значит, паспорт, все, мне, значит, звонят с визового центра в Ростове, а я сам живу в Каменской, 120 километров. А сейчас как раз такая погода, идут снегопады, трасса довольно-таки сложная, машины там вот сходят с трассы, неприятности. И я первый раз отказался, потому что снегопад только прошел, куда ж ехать? Мне перенесли через несколько дней на второе. Ага, перенесли, все хорошо. Тут опять звонок с Москвы. И спрашивают уже самый там главный человек по этой программе. Говорит, ну что вы отказались? Я так вот думаю, что вы поможете нам эту программу сделать.
и мы вам, значит, денежек там добавим, все такое. И более того, это не одна программа, а будет несколько, мы полетим туда, сюда, 5-10, то есть практически по всему земному шару. Ну, я подумал, само идет. И вроде как вот это вот еще сон там такой, что показывается, значит, что к чему-то такому идет. Ну ладно, говорю, соглашаюсь. Ага. Значит, после идет звонок. И в феврале уже, 19 февраля, мы должны куда-то в одну из латинских стран отправляться. Я уже выучил песенку, пою. Куба любимая, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба любимая, слышишь чеканный шаг, это идут Барбудос. Ну все, уже настроился, ага, все, лечу. Особо никому не рассказывал, но там жене сказал, там сыну, ага, дочке. Погоню туда, в Латинскую Америку. Я там не бывал. Угу. Значит, надо забрать с визового центра в Ростове паспорт. Я им дал телефон. Они обзвонили, сказали с визового центра, все хорошо, мы отдаем паспорт. Я сажусь на свою черную машину, Lexus. Рулю туда в срочном порядке по всем этим снегам, возвращаюсь назад, тут такие переметы идут, страшное дело. Но тем не менее, я забрал паспорт, все хорошо, там девчонки встретили, они с пониманием, мы сфотографировались. Я сюда, все, значит, паспорт у меня здесь, жду. То есть 19-го это у нас, сейчас 17-го, то есть сегодня я должен был ехать в Москву, там, значит, переночевать, что-то там меня приоденут, и 19-го рано утром лететь. Вчера поздно вечером раздается звонок, вот, и говорят, в связи с, как бы это сказать, с непреодолимыми такими обстоятельствами, поездка февральская отменяется. Ну, там она на следующем месяце там сохранится. Ну, хорошо. И получается, вот я паспорт забрал. Теперь мне паспорт опять надо туда везти, отдавать. То есть, вот как вот было показано, жопа, так вот она и вышла. И это хорошо, что если это все ограничится вот этим, а не продолжится еще дальше в следующие месяца. Вот такие вот сны бывают, которые нам говорят о чем-то, мы их не понимаем, а потом, когда проходит время, мы разбираемся. Да нас же вот, мы будем сказать, вот так вот ткнули, показали, что будет. Ну, не поняли, ну что поделаешь. Мы действительно такие, знаете, вроде бы здесь умные, но, как показывает практика, нам еще очень и очень далеко до тонкого мира, с его намеками, с его вот какими-то такими действиями, что в конце концов это все выльется вот в то, что нам было показано.